Дай мне, давай я. Стой, стой, Вась. Да иди нафиг, ты все запоришь, Жень. Ну, я тебя как долго прошу, я ее первую видел. Ну, давай. Привет, принцесса кочерявая. Я смотрю, у вас прекрасные ножки на плохие сапожки. Чувствуете во мне поэтическая жилка? Видите, торопитесь, торопитесь, пишите, и каблучок сломали. Слушайте, каблучок с секретом, нет? Очень остроумно. А я могу узнать, как зовут мою красавицу? Вообще-то я не ваша красавица. Ну, а все-таки у красавицы есть имя? Пока еще не моей. Есть. Ну? Меня зовут Мила. А вы знаете, я так и думал, что Мила. Ну да, серьезно, так и думал. Слушайте, а угадайте, как меня зовут? Послушайте, я вообще-то очень тороплюсь. Это не трудно. Александр, Василий, либо Евгений. Как вы думаете? Евгений. А почему Евгений? Ну, не знаю, Александр для вас как-то очень мужественно, а Василий слишком просто. Евгений в самый раз. Слушайте, вы угадали, действительно Евгений. А Василий – это имя моего лучшего друга. Выходит, он слишком простоват для меня? Нет, почему? Просто вы вместе дополняете друг друга, и поэтому дружите, наверное. Ну да. Вот как раз сейчас мы вместе с ним идем на тренировку. И вам, наверное, тоже надо идти, а идти вам не в чем. Да, у меня… Вот поэтому я хочу вам предложить замечательную вещь. Как вы думаете, что это? Слушайте, а давайте после того, как вы отнесете папе продукты, мы с вами в кино сходим. В кино? Ну да, почему нет? Василий тоже с нами пойдет? Обязательно, Мила. Нет, Вася занят. Мамулечка, прекрати. Мила так следила за ним. Пылинки с него сдувала. Успокойся. Да как же он теперь без Милы будет жить? Мама, ну дети же есть. Да нет, дети Милочку никогда не заменят. Гала, а что это за могилка рядом с Милочкиной? Он что, себе местечко не присмотрел? Мамулечка, успокойся. Она что, одна будет среди этих чужих могил? Мамулечка, на всех не наплачешься. Соболезную. Накаркал. Дядь Вася, спасибо, что приехал. Вот что, ребятки, если что-то случится, ну, если еще что-то случится, вы сразу звоните мне. А что еще может случиться? Вы меня пугаете. А ты не пугайся. Главное, первым делом сразу звоните мне. Да, хорошо. А вы на поминки сами поедете? Нет, простите. Ваш отец на меня злится, как будто я в чем-то виноват. Ну, это его личные проблемы. Дядь Вась. Ну, поехали с нами. Поехали. Нет. Не хочу ему глаза мозолить. Так вы позвоните, да? Дядя Вася. Я на могилке побуду, хорошо? Ты что-нибудь понял? Нет. Ну, все, пойдем. Я все помню, Милка.
Я сделаю все, как ты хотела. Если они позвонят. Так что статистика зарегистрированных раковых опухолей груди у женщин, к сожалению, неутешительна. Выключите телевизор. Мой уважаемый оппонент проявил себя как квалифицированный врач. Спасибо ему за это. Но как мужчина, он не выдержал испытания. Как и тысячи мужчин по ту сторону экрана. Я обвиняю мужчин и прежде всего мужей. Я считаю, Игорь, выключи телевизор. Женского здоровья из-за мужчин. Дорогие мои мужчины. Папа, можно несколько фотографий на память взять? Многие из вас сделали женщине такие условия, чтобы она почаще прислушивалась к своему организму. Сколько раз вы вместо нее выскакивали на холод с тюкой, чтобы повесить выстиранное белье? Или я думала, эта фотография потерялась, она просто была здесь. Болел ваш ребенок при том, ваш утром на работу. Вы слышали, чем грозит? Ну зачем ты такое говоришь? Это твой отец. Сколько раз вы предлагали своей женщине прийти на профилактику? Просто так, не потому, что она болеет. Мне кажется, он приезжал, когда мы маленькие были. Ерунду, не болтай, не мог он приехать. И не просто предложить пойти. Да выключи ты телевизор! Ну, специально делай. Дорогие мои мужчины, вы можете хоть иногда... Чтобы я что-то слышал, чтобы я себя чувствовал виноватым. Ну, папа... Я не понимаю, почему со мной нельзя было посоветоваться, когда вы выбирали место на кладбище? А что тебе не нравится? Ну, я же тебе сказала... Что мне не нравится? То, что люди вам говорят. Места рядом нету. Нету рядом места-то, а? Мать одна вон с чужими людьми лежит. А меня где потом? За оврагом вон, на свалке похороните. А с каких это пор тебя интересует, что говорят люди? Ты на что намекаешь? Ну прекратите вы. Ни на что. Ну я понял, ты мне все хочешь внушить, что я... Да прекратите вы. Маму недостаточно любил, да? Дядя Вася накрутил. То есть вот то, что я... Мотался по командировкам, зарабатывал, пахал. Это мое проявление нелюбви к маме, да? По командировкам ты ездил, да? А потом матери из этих твоих командировок звонили милые женские голоса и Женечку спрашивали. И очень удивлялись, что у тебя есть семья, дети, жена. Игорь! Что, Игорь? Ты что несешь такое? Да хватит лицемерить! Мы же мешали тебе всю жизнь. Гулять тебе мешали, развлекаться мешали. А эти тетки звонили. Просто мама тебе ничего не говорила. Игорь, хватит. А потом плакала на кухне ночью, чтоб тебе спать не мешать. Рот закрой, я тебе сказала. Что такое? Хватит уже. Да, я выскажусь. Пап, не слушай его. Не слушай, что он говорит. Ты все сказал? Нет, не все. Чтоб ты знал, это было мамино решение, чтобы ее похоронили именно возле той старой могилки и нигде больше. Так вот, чтоб ты знал, я безумно рад. Я просто счастлив, что у мамы от тебя была тайна. Какая тайна? Не знаю, какая-то. Но только она еще полгода назад сказала похоронить ее именно в том месте и нигде больше. И землю эту она давно выкупила, и документы на нее оформила. Хочешь, я тебе их покажу? Кто там лежит? Кто? Может, кто-то из ее родственников. Да какие родственники? У нас на этом кладбище никого из родственников нету. Папа! Остановись, пожалуйста! Папа! Ну что, кто там рядом с тобой, на? Кто рядом с тобой лежит? Вам нельзя этого делать. Вам нельзя этого делать. Остановитесь. Что тебе надо? Я к вам оттуда. Откуда оттуда? Оттуда, где про вас все знаю. Может, это странно звучит, но я к вам с миссией. Да пошел ты. 23 года назад вы были в командировке во Владивостоке. Там вы изменили своей жене. Вы провели во Владивостоке целый месяц. Вот письмо, которое вы ей написали. Женщина, с которой вы были все это время во Владивостоке, потом еще долгое время звонила вашей жене. Отсюда и воспоминания у вашего сына о том, что какие-то женщины звонили его матери, и она после этого долго плакала. Ну кто такой?
Я же говорю, я оттуда, где про вас все знают. Евгений Иванович, давайте уйдем отсюда, найдем какое-то кафе, сядем, поговорим. В конце концов, здесь прохладно. Здравствуй, дорогая Милочка. Очень соскучился по тебе и нашим деткам. Но обстоятельства на работе изменились. Нужно еще разобраться с вагонами. Мне необходимо задержаться еще на неделю. Я не понял, откуда у вас все это? Евгений Иванович, я же только что вам все объяснил. В вечности все эти вещи не исчезают. Они остаются так же, как и ваши поступки, и ваши мысли. И моя миссия в том, чтобы вам это объяснить. Вас интересует безымянная могила. Она появилась в то время, когда вы были во Владивостоке в командировке. Кто там? Кто? Я не знаю. Я простой исполнитель, таких у нас много. Каждый выполняет свое задание. Моя задача в том, чтобы удержать вас, уберечь от непоправимого шага. Как мне узнать, кто там похоронен? Мне сказали, что если вы будете упорствовать, я могу предложить вам путешествие в прошлое. Я могу отправить вас к вашей жене, и вы сами попытаетесь ответить на все ваши вопросы. Хотите? Подождите, это как это? Это очень просто. У всех окружающих вы не будете вызывать никакого подозрения. То есть я что, буду не собой? Нет, вы будете собой. Только вы не будете так молоды, как ваша супруга. Вы будете в вашем настоящем возрасте. Ну хорошо, допустим. А если я встречу самого себя? Не встретите. Вы невнимательны. Я же сказал, что интересующая вас могила появилась в то время, когда вы находились в командировке в Владивостоке. Именно в эти 3 недели мы вас и отправим. А если что, сработает закон преграждения. Если вы занимаете место молодого Евгения, то двойник не может приблизиться к той точке, в которой вы находитесь. Только я хотел бы вас предупредить, Евгений Иванович. Если вы попытаетесь полностью занять место молодого Евгения, то есть если вы не вернетесь через 3 недели, судьба молодого Евгения будет меняться в худшую сторону. Поэтому давайте без лишних экспериментов, Евгений Иванович. Они нам ни к чему. Итак, вы согласны отправиться на 3 недели к вашей жене? Да. Хорошо. Вот ваш новый паспорт. И деньги, кстати, тоже. Настоящие. Берите все это добро в портфельчик. Котов Иван Капитонович, ты что, мой отец? Да, это очень удобно. Во-первых, вы абсолютно с ним похожи. А во-вторых, он в том же возрасте, в котором вы сейчас. А он, случайно, там не появится? Вы очень невнимательны, Евгений Иванович. Я вам уже рассказывал о законе преграждения. Кроме того, он никогда вас не вспоминал. Как он? Жив? Умер? Умер. Вам пора, Евгений Иванович. Мужчина, может, он иностранец? Товарищ. Товарищ. Да какой он товарищ? Гляньте, как он одет. Мужчина. Товарищ. За проезд кто будет платить? Кошки? Да иностранец он. Мужчина. Do you speak English? Вы по-русски понимаете? А, да, понимаю, понимаю. Да? Наш это. Только иностранцы снятся. А кто ж об иностранцах не мечтает? Вам неплохо? Как вы себя чувствуете? Не, все нормально? Все хорошо, нормально. Ну, тогда давайте оплачивайте проезд. А сколько? Чего? За проезд сколько? Вот дает.
А вы, я гляжу, по партийной линии, да? Далеко от народа оторвались. Раз не знаете, сколько в автобусе проезд стоит вообще. Да я всю жизнь в народе и не выходил из него. А по вашему костюмчику не скажешь. Ты не очень-то умничай. Проезд у нас 5 копеек. Вот вам сдача. Спасибо. Голову палтуса дают. Хорошая вещь. А почем? Заболела, ребята. На жену да при чем тут жена? Жена заболела. Я имею право, понимаете? У вас что нет, вы имеете? Есть. И внуки. Мужчина, ну мы же все они стоим. Они сейчас на работе. Вот пускай, они не могут. Это я. Это я. Вы... Вы Иван Капитонович? Да, вы... Женин папа?
Да. А ты... как вы узнали? Просто очень похожи с Женей. А вы, значит, получили мое письмо, да? Я просто точно ведь не знала, куда писать, и на два адреса отправила наугад. Письмо? Ну, да. Дождь, что тут начался, что же вы, мокните вы, пройдите под навес. Просто мы ведь не знали ничего про вас. Женя, мама еще в детстве сказала, что вы под Саратовым где-то родились, а точно Женя не помнил уже где. В Ивановке или в Ивантеевке. Ну, я по карте посмотрела два похожих названия и отправила туда и туда. А он знает? Женька знает? Про письмо? Нет, он ничего не знает. А почему вы ему не сказали? Ну, это было мое решение вас познакомить, понимаете? Зачем? Потому что, простите, я считаю это неправильно, когда отец и сын не общаются совсем. Тем более вы же живы, здоровы. Совсем не интересуетесь. Ну, простите, это не совсем мое дело. А, Жени нет дома. К сожалению, он как раз уехал в командировку, он на Дальнем Востоке. Только недели через три приедет. Это вы звонили минут 20 назад? Я просто подумала, что это Женя. Да, я. Не слышно был, телефон не работал. Мама, это он же, мама, это что сломал опять? Игорек, ну что же такое? Папа приедет, наругает тебя. Сколько можно? Кто, Игорек? Ну зачем ты это делаешь? Ну, папа же тебя просил. Так, а зачем ты наговариваешь на сестренку? В общем, вы оба у меня хороши, как обычно. Это вот... дети наши, Леночка и Игорек. Ну, сейчас вы еще тут будете на друг друга ябедничать, да? Бегите в дом, бегите, я сейчас приду. Вы, наверное, голодны, да? Я вас тут держу на улице. Пойдемте в дом, я накормлю вас. Вы все-таки вы из Ивановки или из Ивантеевки? Из Ивантеевки. А, из Ивантеевки. Понятно. Мил, я хотел спросить, мне можно у вас как-то пока остаться, погостить? Ну, чтобы Женю дождаться, встретиться. Ну, когда? Недели через 2-3 приезжает? Да. Так что, можно? Так, конечно, можно. Просто Женя, он ведь не знает, что я вам написала. Как он к этому отнесется? Я понял. Боитесь, не обрадуется? Не знаю. Хотя мне, конечно, очень бы хотелось, чтобы вы встретились, поговорили как-то. Хотите, я скажу, что сам нашел вас, приехал? Не нужно будет оправдываться. Да, это было бы хорошо. Ну, вот у нас будет такая маленькая тайна. Может же быть у вас от мужа маленькая тайна? Да нет, вообще-то у меня от Жени нет секретов. Любите его? Да, очень. Хозяева! Тетя Варь, вы? Да. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Приятного аппетита. Спасибо.
А я вижу, кто-то прошел. Угу. Думаю, наверное, Евгений вернулся. Ну, вроде рано еще. Да нет, это не Женя. Это вот... Женин папа приехал. Да. Знакомьтесь, Иван Капитонович, тетя Варя. Очень приятно. Очень приятно. Я прямо вижу у вас целые события. Ну да, может, чаю или компот есть? Не-не-не, спасибо, спасибо, я ничего не хочу. А что это так? Вдруг вспомню про сына, отец. Как-то раньше не интересовался. Тетя Варя. А что тетя Варя? Что тетя Варя? Ты девушка молодая. Всякое может быть. Я просто хочу знать. Я хочу знать, какова цель приезда. Вот, приехал. Хочу, наконец, сына повидать. Хочу просить у него прощения. Ну, это правильно. Ну, да. А кем вы работаете? Снабженцем. Ну, надо же. Прям как Женя. Но я вижу, вы не бедствуете. Женаты? Тетя Варя. Успокойся. Вдовец. Понятно. Ну, а ты что молчишь? Что ничего не говоришь? Что говорить-то? Человек только зашел. Я вот буквально здоровье. Ну вот, хотела рассказать как раз про вас. Какая вы хорошая. Да ладно тебе. Наверное, хотела рассказать, как я за деда замуж вышла. Да? Тетя Варя, да вы что? Я хотела сказать, как нам повезло с Женей, что мы у вас тут живем. Я знаю, что обо мне говорят. Тетя Варя, перестаньте. Ну что вы такое говорите? Я хотела сказать, что нам с вами повезло. Ну, не зря мы с твоей матерью подруги. Зоя – это мать Милы. Мы с ней 20 лет на швейной фабрике работаем вместе. А когда меня вот соседский дедуля замуж позвал, так я к нему переехала. А свой домик вот им сдала за 35 рублей. Вы знаете, сколько у нас в пригороде берут? Меньше 40-50 не берут. Спасибо вам. Спасибо вам, что ребятам помогаете. В отличие от некоторых, помогаем. Ой, слушай, я что к тебе пришла-то? Мой дедуля слег, а мне город надо. Да ничего серьезного, но присмотри все-таки за ним. Да, конечно, тетя Варя, без проблем. А твои-то где? Спят после обеда. Ты что? Пойду, кстати, посмотрю, как они там. Ну, вы уж извините, у нас все по-простому. Когда надо, я за ее детишками присматриваю. Тетя Варя, Варя, можно по-простому? Ну, да. Спросить хотел, у вас не найдется какой-нибудь одежонки? Такой простой, рабочий, ну, чтобы, мало ли, вот так по хозяйству можно было. А то я, видите, налегке приехал, а Женькина, я боюсь, мало будет. Гвоздички. Алифа есть? Алифа нет. Когда будет? Через пару дней. Зайдите. Молоток. Молоток. И ножовочку. И ножовочку. Пожалуйста. 8. Зубчики острые, ножовочка хорошая. Так что еще? А, рубанок. А рубанка нет. Да? Жалко. А вот что у вас там? Что у вас? Фуганок? Фуганок, да. Давайте фуганок. Фуганок, дело в том, что отложил заведующий себе. У нас, правда, будет через неделю новая партия. Вот. Может, как-то можно вопрос решить раньше? Но... Ну, сколько? Ну, вы же понимаете. Я же понимаю. Сколько? 15. Давайте. Того? 38.70. Лицо у вас знакомое. Кого-то напоминаете мне. Правда? Ага. Кого же? На задачу. Спасибо. Будущее лицо Новой России. Хорошо устроить свет так через 10-15. За трешку забери.
Что, из дома тащишь? Детей спёршишь? Нет детей, жена только одна. Ну, давай, посмотрю. Он хоть работает? Конечно. На пленке к нему есть? Есть. Ну что, вилку отгрыз, что ли? Да нет, на утюг поставил. Ну давай. Так, все цело. Давай, выгружай. Ух ты, господи! Так, ладно, побегу. Ты это. Что? Найди-ка вьючных животных, чтобы дотащили это все дело. Да быстрее. Вася, я найду. Ты же знаешь, я кого угодно найду. На-на. Здорово, Василий. Не знаешь? Вы гражданин. Поточнее скажите. Паспорт покажите. Паспорт есть при себе? Струги какой. Ну да. На тебе паспорт. Как твоя бородавка? Поживай. Не зажила? Какая бородавка? Которую ты мочалкой разодрал. У тебя не терпеж был. На свиданку к своей Светке собирался. Она тебе в тот вечер все равно не дала. Ну, Вась, помнишь? А как мы с тобой яблоки дядь Витя у соседа воровали? А он вышел, шмальнул солью. Потом 2 часа в речке задницы отмачивали. У тебя же после этого бородавка-то завелась. Ну, Вась. Очки мои модные, когда починишь, на которые по пьяни сел? Чего молчишь? Жека? Я. Это было бы очень жестоко сказать человеку о том, когда он умрет. Понимаешь, если бы Мила знала о том, когда она умрет, да еще так мучиться будет. Ты это... Это ясно все. Я такое хочу понять, почему у нее от меня секреты были. Кто он? Этот человек, который ей так дорог был. Ну что-то, что-то. Увидел? Что-то выяснил? Ну, что-то проясняется? В том-то и дело, что ничего не проясняется. Я не могу представить Милу с кем-то. Оля, возьми еще. Ну, с кем-то другим. Вась, давай на кладбище съездим. Зачем? Ну, давай съездим. Давай. Хорошее пиво. Барракуда. Ты что, ты же за рулем? Ладно, поехали. А, барракуда не подходит. Сколько это, подожди? Барракуда нет. Барракуда. Вася, папе привет. Смотри, вот здесь ее похоронят.
рядом с другой могилой. Без таблички, без креста. Ты сейчас ее нет. Ну, как сказал этот ангел, там, не знаю, как его. В общем, она появится в ближайшее время, 2-3 недели. Жек, ну, я не верю в то, что у нее кто-то был. Есть. Может, это родственники? Какой родственник? Не было никаких родственников. Отец у нее в райцентре похоронен, мать там же. Да даже если родственник, там дядя, тетя, хорошо. Почему мне не сказали? Ну, я же не последний человек. Почему сыну сказала, дочери сказала, а мне нет? Ну, так мало того. Она же не хотела, чтобы они мне говорили. Почему? Ну, значит, это кто-то, кто ей был дорог. И мне это... Я понимаю, Вера. Кто здесь будет лежать? Вась, обещай мне. Если я сейчас в ближайшее время ничего не выясню, ты ко мне придешь, ну, в смысле, к этому, к молодому. И все мне расскажешь. Все. И предупредишь, как друга. О том, что у Милы кто-то есть. Был. Все расскажешь, вот про него расскажешь. Я не могу такое обещать. Пусть нормально живут, не трогай. У меня это каша в голове из-за твоего вот этого всего. Да обещай! Отбери руки! Поехали. В общем, я дальше не поеду. Так что давай. А что ты даже не зайдешь, что ли? Компот хлебнешь. Жень, зачем? Мы не знаем друг друга. Ну, что ты ей скажешь? Ну, мало ли, ну, придумаем чего-нибудь там. Познакомились случайно. Ну, зачем ты это делаешь? Ну, Жень, ну, не трогай ты их. Настя, легко говорить тебе. Помогать ты мне не хочешь. Какой ты мне выбор оставляешь? М? Только сказать Миле, кто я. Я понимаю. Ты ревнуешь. Есть предел. Ну, пойми, это же... Ну, это эгоистично. Уже. Вась, Вася, 25 лет жить во вранье. Это по отношению ко мне не эгоизм. Ты сам подумай. В общем, ты давай. У меня все равно к Миле дело есть, так что я заеду через 5 минут. Там мы познакомимся. Давай. А что за дело? Женя, главное, чтобы ты делов не натворил. От Тела. Давай, я заеду через 5 минут, говорю. Я заеду через 5 минут. Ну, зачем же вы так тратились-то? Ну, перестань. Какие траты? Это даже неудобно. Все удобно. А в доме у нормального хозяина должны быть инструменты. Теперь главное этого хозяина приучить этими инструментами пользоваться. Вы про Женю? Ну, а про кого ж? Иван Капитонович, он вообще все умеет. Он знаете какой? Просто ему некогда. Ну да, некогда. На этом смотри. Помнишь, в детстве такие были? Алкаш какой-то пристал, говорит, возьми, возьми. Ничего, починю. И Горешки с Леной вам мультики показывать. Спасибо. Василий. Привет. Привет. Это что у тебя? Картошка. Не могу же я дать умереть с голоду семье лучшего друга. Вась. У тебя гости? Заботливые друзья какие, гляжу. Тем более в отсутствии мужа. Иван Капитонович, вы знакомьтесь, это лучший Женин друг. Вот, а это Женин папа. Папа?
Угу. Очень приятно. Василий. Иван Капитонович. Ну, тогда понятно, чего так строго смотрит папа. Угу. Угу. Милочка, пить так хочется. Может, есть у тебя чего? Компот есть. Компот, да? Отлично. Да, пожалуйста. Я сейчас принесу. Василюшки. За картошку спасибо. Жень, ты не вздумай ей ничего говорить. Ты понял? Да понял, я понял. Слушай, Вась, а если... Что если? Что? Да ничего, ничего. Ой, вот, возьми. Оп. Это вот сейчас попьете. А это, Вась, вот баночку тебе с собой. Вась, мы? За картошку, что ли, я не знаю. Ну что ты, ну, мило, ну, я умею. Я чистого сердца, Вась. Я обожаю твой компот. Спасибо, милочка. Это тебе спасибо. А это тебя Женя попросил, да? Да не, не, не. Женя не в курсе. Женя пусть спокойно работает во Владивостоке. Пейте на здоровье. Ой, спасибо. Да, на работу побежал. А то это, погоны еще сорвут. Угу. Держи. Спасибо большое. Тебе спасибо. Очень приятно было познакомиться. Счастливо. Похоже, Женя, да? Очень. Счастливо. Спасибо, Вась, еще раз. Пока. С самого детства дружит. Я понял. Деловой завез. Здравствуйте. Здравствуйте. Зоя Семеновна. И как звать меня знаешь? Вилка рассказала. Ну да. Интересно, что она еще тебе рассказала. Ничего. А я прослышала, что гость у нас, да, думаю, познакомлюсь, вот прибежала. Ну, молодец. Что сказать? Вот когда человек молодец, так он молодец. Не то, что сын твой. Чем же он вам так не угодил-то? Не то, чтобы не угодил, но не хозяйственный он. Он же все больше по командировкам. Очень он работать любит далеко от дома. Вроде не зовут его в эти командировки, а он все просится. Так хочется на край света уехать. Ладно, не будем о грустном. Я вот принесла тут всякого разного. Минуточку. Без рук твоих золотых не обойдемся, на стол накрывать надо. Да хватит тебе работать! Сейчас приду! Мам! Ну, потом наработаешься, давай! Мам! Че? Можно, пожалуйста, потише? Я только детей спать уложила. Ладно, можно подумать, что я когда-нибудь детей твоих будила. Бери сумку, неси. Я занесу, занесу. А зачем было Мать нести? Принесла. Ладно, у нас все есть, спасибо. Мам. Внуки золотые. Пойдемте. Вот кто люди, так это внуки. Правда, на меня не похоже. Все больше на тебя. Да на сына твоего. Ой, красота давай, какая. Ой, Иван Капитонович. Сейчас такой да, давай, да. Давай к столу. Все. Иду, иду. Собрались, быстро. Ну, стынет же все. Ой, давай, пока горяченькая. Наверное, думаешь, что мы тут каждый день такой пир устраиваем, да? Не говори. А мы не помним, когда собирались последний раз, да, девочки? Ой, ну ничего, говори, ради Зоя. Такого гостя было бы, конечно, грех не собраться. И поскольку вы, можно сказать, единственный тут мужчина, позвольте-ка я за вами сердечно поухаживать. Мам. Не знаю, вообще-то не пью. Ну, водку-то зачем? А че еще? Как? Что, совсем, что ли? Ну, иногда, а вот так вообще. Ну, молодец, да? Не то, что твой папочка.
Мам. Бутылочку засосет, а потом на балалайке играет всю ночь. Ну, давай, наливочку наливай. Милка, ну что сидишь? Вы не стесняйтесь, Иван Капитонович, у нас все по-простому. Варь, мы-то с тобой по водочке? Мы по водочке. Я не буду. За Семена, я все хочу спросить, что же вы все Милка, Милка? Ну, дочери же такое имя красивое. Мила, Милушка, а вы Милка, Милка. Ну, конечно, красивая, сама назвала. Но я как-то с ней никогда не миндальничала. Да, детка? И правильно делала. Вон какая выросла. Ну ладно, все, хватит. Только не тому досталось. Что хочешь сказать? Говори. Я рад. Рад, что я здесь. На самом деле, рад безумно. Мы тоже очень рады, что вы приехали. Давайте выпьем. Чего же не радоваться? Иван Капитонович, а там, где вы живете, у вас тоже, наверное, дети есть? Ой. Да. Есть, да? Есть, есть. Погуляла хорошо? Дочка и сын. Да? Пожил, как хочется, правда? А теперь приехал к нам, а тут мам, невестка на него какая. Хватит. Сын подрос, правда? Ну, все правильно, все и верно. И внуки. Верно говорите. Бегают красивые, улыбаются, чистенькие. Да? Как детишек ваших за ними поухаживала. Мама, подожди, дай мне сказать. Детишек Лена и Игорь. Так это прям как у нас, Женя. Ничего себе совпадение, правда? Да. Ну, тогда за детишек. Да? За давай. Детей, да. За Леночек, за Игорешек, ну и за мою доченьку, любимую. Иван Капитонович, а у вас дети, наверное, уже взрослые, да? Да, взрослые. Дочка замуж вышла, а сын в Санкт-Петербурге. Заканчивает военное училище, он офицер почти уже. Слышал, что сказал? Ну, в смысле, в Ленинграде, да. Слышал? В Ленинграде, да. В Ленинграде. Что, 17-й год? Не, ну, наливочка у меня хорошая. Вот скажи, как мои розочки? Ой, безумные. Каждую по лепесточку. Иван Капитонович просто устал. Вам, наверное, отдохнуть надо. Да ну, с чего мне там уставать? Может, грибочка? Я сейчас... Или селедочка. На минутку вас оставлю. А. Слышала? Что? Странный он. Да не странный он никакой. Не, тебе все странные. Но он переутомился. Ты посмотри, сколько он по хозяйству нынче сделал. Здрасте, девочки. Здрасте, здрасте. По какому случаю? Я газетки вам новые принесла. И сплетенки тоже? Тоже сплетник, кто же их первое слушает? Садись. А что, гость какой, да? День рождения у меня. Ой, да. Гость какой, уже все знают, понимаешь? Ну, нету, ну нету письма, ну прям. Ой, не-не, я мне ее развозить еще. Ну не, ладно, не упадешь ты со своего велосипеда. Ну правда, ну мил, ну ты представь, с Дальнего Востока, сколько то письмо будет идти, а? Он приедет, оно еще не дойдет. Ну я честно тебе говорю. Еще переживать так. Ой, девочки, что расскажу? Тут, значит, такой слух пошел. Но я думаю, что это правда. Значит, у нас тут в округе завелся какой-то гипнотизер. Залетный, значит, и правду тебе все рассказывает, и будущее тебе нагадает, все-все-все. Людям глаза отводит, потом ни денег, ни драгоценностей. Господи. Я тебе говорю. И я верю это. Серьезно? Милка. Слышь, что скажу? А ну, поди деньги проверь в шифонере. Мам, да на месте там. Я говорю, поди, проверь. Ну, тебе надо, ты иди. Пойду, доча. Куда денусь? А что такое? Ой, это кто у вас? А кто у вас это? А, это Женин папа. Да, приехал вот. Правда? Здравствуйте, Шурочка. Пойду руки да, помою. Да. Ну? Вроде нормально все. Успокоилась? А вот теперь успокоилась. Слушай, ну вот идет ваш родственник и говорит, здрасте, Шурочка.
Откуда знает, что я Шурочка? Не, ну правда. А про Санкт-Петербург? Говорит, у меня сын учится в Санкт-Петербурге. Да? Ну, КГБ. Девочки, это КГБ. Ну, чё не? Ну, потому что если был КГБист, он бы не сказал Санкт-Петербург. Девочки, это проверка. Спасибо. Можешь все-таки помочь? А, да нет, Иван Капитонович, я дальше сама. Ну, а что, для агента КГБ вполне в приемлемое занятие. Ну да, вас вчера Шурочка не только в агента КГБ хотела записать за то, что вы ее по имени назвали. Да я же говорю, ну, случайно на автостанции услышал, кто-то окликнул, ну, запомнилось. Я и так сказала. Ничего, бывает. Бдительность, она нужна. С вами? А, нет, ничего. Все хорошо. Я кататься. Пожалуйста, чтобы я туда села. Ну, пойдем, пойдем. Игорешка, а Леночке дашь покататься, а? Чего ты там? А давай Леночке дадим покататься. Давай, давай. Нет. Почему? А? Я давай, ты же катался, а теперь Леночке дадим. Давай, ну. Игорек. Клык, бух. Иван Капитонович, они вас так совсем замучают. Да все хорошо. Уходи отсюда. Помогай мне, помогай, помогай. Что это такое? Это кому ты говоришь уходи отсюда? Нет. Все в порядке. Я не умею качать. Игорек, это что за слова такие? Перестань. Может, уже игрушки будем собирать, а? Скоро в дом пойдем. Все, игрушки собирать. Кому спать пора? Мил, хотел спросить. В кладовке сколько делаем полок? 3 или 4? Иван Капитонович, вы и так уже столько всего сделали. Перестань, ну и давайте без этих разговоров. Я и так у вас долгу, я живу у вас. Я просто говорила уже, Женя, боюсь, не обрадуется. Обрадуется. Ничего, приедет, мы сядем с ним. Мужики, объяснимся, помиримся им. Ну что, 3 или 4? Ну, давайте тогда уже 4. Все. Банок много будет. Сейчас еще варенье яблочное сделаю. Да, только эти дети, по-моему, вам совсем работать не дают, да? Перестаньте. Ну что, пойдем поиграем за столом? Давай. Пойдем. Поиграем чуть-чуть, и мне уже надо их спать скоро укладывать. Пойдем, Игорек. Идем со мной. Я не буду спать. Не будешь спать? Хорошо, не буду спать. А машинка я... Я Гайока. Как называть тебя? Принцесса. Я тебе сейчас дам, как тебя называть. Ну, возьми Игорька за ручку. Все, собираем. Сейчас идем домой. Что у вас там случилось? Занозу загнали? Да вон прям по самый ноготь. Давайте я посмотрю. Глубоко, как тут иголкой надо. Да. Пойдемте на кухню, я помогу. Может, еще ножницы ноготь обстригу? Пойдемте, пойдемте. Никогда левой рукой не умел. Черт. Слушайте, просто удивительно, как вы с Женей похожи. Давайте я вам помогу. Давайте. Не больно? Вы что? Что вы себе позволяете? А что я себе позволил?
Что вы дурачком прикидываетесь? Вы что, не понимаете? Вам не стыдно вообще? Вы пожилой человек, вы лезете ко мне своими руками. Ну что, хочется помоложе, ровесника, да? Я поняла, а какое право вы тут имеете меня оскорблять? Я вам кто? Я вас знать не знала неделю назад. Я к вам со всей душой, а вы? Ну если так, тогда уходите. Живите в гостинице, пока Женя не приедет. Что, и ты кого-нибудь к себе приведешь, да? Есть кто-нибудь на примете? Скажи мне, а? О ком вы вообще говорите? Вы что, вы в своем уме? Ты думал, я не узнаю никогда, да? О чем вы не узнаете? Хорошая моя милая, я все знаю. Я не ваша хорошая, ясно? И знать я вас больше не хочу. Убирайтесь отсюда и живите, где хотите, пока Женя не приедет. Мил! Милка! Ну, плясать умеешь? От Жени? Ну, от кого? Самого Дальнего Востока шло. Ну. Спасибо, Шур. Спасибо тебе. Давай, давай. Вы еще здесь? Там все неправда. Слушайте, я уже довольно от вас наслушалась. Здравствуй, дорогая милочка. Очень соскучился по тебе и нашим деткам. Но обстоятельства на работе изменились. Нужно еще разобраться с вагонами. Мне необходимо задержаться еще на неделю. Это все неправда. Вагон там ни при чем. Откуда вы знаете, что в письме написано? Может, это я, Нин. Я. Что значит я? Я есть твой муж. Вы Женя. Женька. Неужели не чувствуешь? Ну, посмотри на меня внимательно. Неужели не узнаешь? Неужели узнаешь, что? Почему ты так постарел? Что там с тобой делали? Это не так. Я туда, где тебя уже нет. Утро у меня на руках. Прости меня. Ты же всем для меня была, а я как воздух дышишь и не замечаешь. Ты же так редко говорил, что люблю тебя. А если говорил, то всегда как будто выдавливал из себя. Боялся. Всю жизнь боялся. Привязанности, любви боялся, предательства. Это с детства. Ну, ты знаешь, когда отец оставил нас с матерью, а мать меня потом сдала в интернат и исчезла. И только когда тебя не стало, я ведь
Все понял. Как же мне тебя не хватает. Ну что, рядом со мной было самое ценное, самое главное в жизни, а я ведь проглядел. Прости меня. Прости. Я думал, ты будешь всегда. Почти заживает. Ну, заживает. Шрам, наверное, большой будет. Да, наверное, на всю жизнь останется. Ну вот. На букву «Л» похоже. «Л»? «Л» значит любовь. Любовь. Ты меня любишь? А ты? Ну, я же тебя первый спросил. А что толку, если я тебе отвечу? Ты-то все равно промолчишь, когда твоя очередь будет говорить. Да? Так и умру, наверное, не дождавшись от тебя слов, что ты меня любишь. Я тебе умру. Ты что? Хочу это больше слышать, все. Я хочу жить с тобой долго и счастливо вместе. Слышишь меня? Ты мне все это рассказал. Я рассказал тебе зачем. Потому что я хочу все изменить. Я хочу спасти тебя. Есть такой закон, закон преграждения. Он не позволяет мне встретиться с самим собой. Если я сейчас останусь с тобой здесь, то судьба молодого Евгения, она начнет изменяться, и он никогда сюда не вернется. Никогда. Потому что он тебя недостоин. И во всем виноват он. Слышишь, он. Потому что ты заболела, что... Даже сейчас, в эту самую минуту, он изменяет тебе. Никогда по-настоящему тебя не любил. Никогда. А я люблю. А я сделаю тебя счастливым. Даже думать об этом не смей. Мил, ну послушай, ну... Ну посмотри на меня. Ну, я же не старик, я крепкий. Я много знаю. Я смогу добиться очень быстро того, что он или там другие, они будут годами этого добиваться. Сейчас все меняется, все, власть. Я уйду в бизнес, я знаю, как заработать деньги, как куда-то вложить, купить там акции, эти чертовы ваучеры. Я знаю, что с ними сделать. Понимаешь, я смогу, все, все у нас будет хорошо, я сделаю тебя счастливым. Ой, я... Мила, Мила! Дай мне фотографии. Уйди.
Иди спать. А ты? Могилы. Знаешь, еще вчера вспоминал? Тот день, когда я из командировки вернулся, из Владивостока. Я помню ее лицо, знаешь, помню, что в глазах у нее что-то такое было, кроме любви, чувство вины какое-то. Вась, что-то она не договаривает. Ты рассказал? Ты ей сказал, кто ты? Да, Вась, да. И сказал, что она умрет? Случайно. Не хотел, Вася. Да как это может случайно получиться? Ну, как? Ты же понимаешь, я живой человек. Она, вот она ходит, мне же как-то постоянно хочется ее схватить, обнять. Ну, вот так и вышло, что что-то я дотронулся там до нее. Ну, она же думает, что я отец его, Евгения. Я думаю, ну, все, сейчас там прогонит, и вот так и получилось, что выложил я все. Случайно. Что, поэтому? Поэтому нужно было говорить, что она умрет, да? Вася, вот этот твой Джексон, он же никогда ее не любил, никогда. А я люблю. А? В общем так, я хочу остаться с ней. Потому что со мной я не дам ей умереть. Вася, не дам. Поэтому ты ей сказал, что она умрет, да? Да. А что она тебе сказала? Ничего пока не сказала. А с чего ты решил, что она именно с тобой останется? Представь себе, что она останется с ним. Она же не будет счастливой. Она же знает, когда она умрет. И знает от чего. Как с этим жить? Как с этим жить? Ты подумал об этом? Ты не подумал об этом. Ты и сейчас ничего не понимаешь. Вася. Мне не о чем с тобой говорить. Вася. Леночка, раздевайся, ладно? Снимай платьишко. Ну вот. Иди ко мне. А потом к вечеру я… Ой. Кто там пришел у нас? Тетя Варя пришла. Заходите. К вечеру я перемоскоп отремонтирую. Мы повесим на стенку белую простыню. И вот у нас экран такой будет. Мы будем смотреть всякие веселые картинки и всякие интересные мультики. Да? Ну, о, Ленка, молодец. Сама раздевается. Ну, я даже не знаю. Ты будешь мультики вечером смотреть? А мультики? Буду. Вот. Добрый день. Здравствуйте. Погода на улице прямо весна, ну изумительная. Ой, воробушки, смотри, что принесла. О, вот у нас культурная программа будет, так что поспим. Поспим, потом посмотрим. Вот, спасибо. Дедушка Ваня спасибо. Вам показывать будет. Да я себе тоже подумываю, какие-то до речки прогуляться, что ли. Так сходите. Да все, как-то скучно одному. А вы вон маму милую возьмите. Она дома сейчас. Вы знаете, у нас такие на набережной кафе интересные. Посидите. Да я все подумаю, как бы вот Милу вытащить из дома, прогуляться. Что ж она целыми днями все с детьми, по хозяйству, не отдыхает. А, Мил? Мил, может прогуляться нам? Тетя Варя, посидите с детьми, как?
У тети Вари и своих забот хватает. Это нет, почему? Конечно, я посижу. А что мне стоит? Ну вот. Ну а вы? Ну идите. Да идите, то передумаю. Здравствуй, Шурочка. Ну что, не стыдно тебе? А что такое? А что такое? Одно письмо за целый месяц, Женя. Ай-яй-яй. Я смотрю, вы все почтальоны знаете. Ой, знаем. Стыдно, Шурочка. Стыдно. Давай, иди уже. Ждет тебя твоя благоверная. Почему же ты тогда сразу не признался, что изменил мне? Я ведь хотел. И когда из командировки ехал, я всю дорогу в поезде думал об этом. Что я приеду, я все скажу, признаюсь. А потом возле дома, когда я во двор вошел, ты ко мне бросилась со слезами. Со слезами? Чего же я тогда плакала? Не знаю, ну, в лице у тебя, в глазах что-то было. Не могу описать эти. И любовь, и боль. Не смог я. Не смог тебе сказать. Я решил, что я никогда тебе не признаюсь. Никогда не изменю. Вот сейчас, когда вспоминаю этот твой взгляд, я думаю, что... Скажи мне, у тебя есть кто-то, какой-то дорогой тебе человек? Может быть, где-то в душе такой человек? Может. У тебя такой есть? Да. Кто? Мой папа. Подожди. Может, в другом месте похороним? В смысле? Подожди. Подожди, папа, что? Извини, я... Ну что, умер? Когда? Чего тут на холоде? За газету вышла. Купил хлеба, успел. Пойдем. Женя вернется скоро. Тебе уезжать нужно. Подожди, есть же еще неделя. Он же вернется через неделю. Я одна хочу побыть. Мне еще нужно найти в себе силы его встретить. Почему ты не хочешь со мной остаться? Потому что это невозможно. Почему? Как ты себе это представляешь? Хорошо, но мы же можем уехать. Куда? Да куда угодно. Ну, хочешь в Крым? Помнишь, ты мечтала сама. Возьмем Угорешку, Ленку.
Нет. Поедем? Милак. Скажи мне, ты меня не любишь, да? Ну скажи мне, ну просто объясни мне, что не так. Я постараюсь что-то исправить. Я прошу тебя, уезжай. Куда мне ехать? Куда? Не, ехать некуда. Меня там никто не ждет. Я там никому не нужен. Дети, у них своя жизнь. А я там один. Там нет тебя, Мила. Мила, я же однолюб, я же тебя люблю. Тебя. Я не могу, я не хочу. Тебя опять потерять. Нет. Перестань. Нет, ты представляешь? Говорит, я хочу пойти погулять к реке с Мирой. Нет, я хочу с Мирой. Почему не с тобой? Нет, я тебе говорю, что-то у них не так. Что ты делаешь? Ты опять о себе только думаешь. Ты обо мне хоть раз подумал? Как ты можешь здесь остаться? Ты понимаешь, что ты не должен этого делать, что это неправильно? Мама моя родная, а что же это тут у нас происходит, а? Ой, натворишь дело сейчас. На полу лежит. Доченька, а ты что, с ума сошла? Мама, ты что делаешь? Не успокойся, ты все неправильно поняла. Я неправильно поняла? Мила. Нет, я поняла. Что, Мила? Подождите, я все объясню. Да? А ты давай сыну своему объясни. Кобель старый. Тебе что, молоденькой захотелось? Мила, я хочу остаться с тобой. Он хочет молчи. Слышь? Она моя жена. Ну, скажи. Успокойся, ну что ты делаешь? Ну? Что ты говоришь? Ну скажи, ну! Успокойся, ну иди отсюда. Уходи. Ты с ума сошел? Ну скажи. Ну, скажи, а кто я? Ты что говоришь? Так, а ну пошел вон отсюда! Ну скажи! Уходи отсюда! Кобель! Ты что стоишь? Ну, давай! Трогай меня! Господи! Боже мой! Что? Что? Скажешь кому слово? Придушу. Поняла? Могила. Если я останусь с тобой, все будет по-другому. Все хорошо будет. Я не дам тебе страдать. Я буду о тебе заботиться, как этот молодой идиот. Ты не способен. Так смешно говоришь. Почему смешно? Ну, как будто он — это не ты. Это ведь ты. Почему я должна тебе делать? Нет! Черт! Тихо! Помог мне, да? Успокойся! Какого черта ты это сделал? Это, конечно, еще хуже было, да? Ну скажи мне, что изменилось? Что я узнал? Ну, спокойно. Хотел этого, чтобы, наоборот, я влюбился в свою жену, чтобы вы еще страдали, твари, дальше, да? Так? Какого черта ты меня сюда засунул? Ну скажи мне! Я отправил тебя для того, чтобы ты не покончил с собой. Иначе ты больше никогда, слышишь, никогда не увидишь Милу. Откуда ты знаешь, а? Что ты вообще можешь знать? Поэтому я сделаю то, что я хочу. Нет. Пошел к черту. Нет. Пошел. Нет. Пошел к черту. Я такой же, как и ты, понимаешь? Я тоже не выдержал, когда моя жена с дочуркой погибли в автокатастрофе. Я тоже самоубийца. Но если ты убьешь себя, ты никогда, понимаешь, никогда не увидишь свою жену. И будешь мучиться. Вот так же, как и я сейчас. Вот так же, вот, как и я.
Будешь общаться с придурками, такими же, как ты сам. С такими же упрямыми ослами, как ты сейчас. Ты думаешь, я душу твою хочу спасти? Ты думаешь, жизнь тебе хочу сохранить? Мне плевать. Если я не выполню это задание, я не увижу своих близких. То же самое будет с тобой. Что ты сейчас чувствуешь? Отчаяние? Безысходность? Нет, это эгоизм, понимаешь? Я тоже думал, что они будут всегда. А когда их не стало, я не знал, что мне делать. Я хотел быть с ними. Я хотел, чтобы мне было хорошо. Понимаешь? Мне. Я думал только о себе, так же, как и ты сейчас. Что там, водитель? Уснул за рулем. Готов. Нужно вести на опознание. Пусть не нужно. Я его знаю. Тем лучше. Да, надо же. Есть еще героические люди. Вась, ты… Ты поможешь мне его похоронить? Конечно. Я… Ребята все помогут. Конечно. Да, только… Он ведь для всех уехал. И пусть так и будет. Хорошо, я понимаю. Конечно. Я просто не знаю, как тебе это объяснить. Это не Женин папа. Я знаю. Это Женя. Он мне рассказал. Я думала, как… Знаешь, вот что, я напишу письмо Леночке и Игоречку. А ты его, пожалуйста, передай, когда меня не станет. Только не сразу, а… Хорошо. Я понимаю, хорошо. Я все сделаю. Спасибо тебе. Нет, не у меня, но искать его не надо. Лен, я сейчас приеду и все вам расскажу. Дорогие, родные мои, доченька и сынок. Это письмо от меня, вашей мамы. Вам его отдаст дядя Вася, когда вашего папы уже не станет. Не ищите его. Он похоронен в той могиле, возле которой я просила вас похоронить меня. Вы все поймете, когда дочитаете письмо до конца. Поймете, почему я не могла открыть вам эту тайну раньше. Знаете, в моей жизни есть и будут только две большие любви. Это вы, мои дорогие дети, и ваш отец, любимый мой муж. Пусть печаль ваша будет светла. Живите долго и счастливо. Чувствую себя виноватым.
Почему? Да потому что, если бы я тогда не раскрыл эту тайну, что это было мамино желание лежать рядом с этой старой могилой, отец не отправился бы в прошлое, и он бы там не погиб. Не думай об этом. Наверное, так было задумано. Ни в чем ты не виноват. Дядя Вася прав. Твоей вины здесь нет. Мариныч, иди к нам. А это кто? Надеюсь, моя будущая жена. Здравствуйте. Знакомься, это Лена, моя мудрая сестра. Марина. Очень приятно. Это дядя Вася, друг наших родителей и наш хороший друг. Очень приятно. Почему ты нас раньше не познакомил? Ты понимаешь, как бы тебе сказать, это... История невероятная просто. Много лет назад, когда я была маленькая, Евгений Иванович спас меня и мою бабушку, а сам погиб. Когда я выросла, я стала приходить сюда на могилу. А есть та самая маленькая девочка? Да. Мы ему очень благодарны, и я, и бабушка. Только она давно умерла. Однажды я пришла сюда, и встретила Игоря. Так мы и познакомились. Во, как оно в жизни-то бывает. Знаете, мне, наверное, пора. А я вас подвезу в город. Правильно, не откажусь. Дядя Вася, счастливо. Ну, пока. Пока, сестренка. Увидимся. Ну, мы пойдем. До свидания. До свидания. Красивый памятник. Да, красивый.